Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить Wolfenstein, New Order, Новый Порядок. Вот, мы остановились с вами вот в этом, вот, я не знаю, что это корабль или что это такое, ракета, да? Вон там ракета нарисована, значит, мы, скорее всего... Куда-то сели, переоделись во фрица сраного, убийцу, людей, а, записка какая-то. Всех сейчас... республик и народов. Что здесь такое? Монт. Willkommen, Fritz, Glitter, Kabuta! Шкура, немецкая! Добро пожаловать на лунную станцию номер один. И у нас первый глюк в игре. Я генерал Вильгельм Штрассе. Надеюсь, вам здесь нравится. Как министр следовательный. Я обожаю изучать неизведанный. Срывать покровы неуверенности. И раскрывать мрачные тайны сирены у себя в заднице. Неизвестный поэт написал. Добро пожаловать на Луну. Гектор, добро пожаловать. Поздравляю с повышением. Ваш предсвечник не больно-то он нравился. Пожалуйста, приходите на... Инген! Заклинило меня по-немецки. Рентген поджаривает яйца. Минут. Никак там. Никак там ошибка. Апнен, сувенинчик свои надо кагать. Мы тут всегда гады ветеранов. Продуктивно вам и дня, капец. Будем сейчас детей стругать. Добрый день, хер доктор. О. Нихера себе, а чё? То есть нас... Хагита! Сидеть, космонавт! Чё ты ходишь здесь? Мы вообще генералы, понял? Может, в дырку полезем там, в красную? Неужели генерал должен присесть и лезть в эту дырку? Куда это наши главные ученые? А ты вообще в курсе был, что войску сняли? Пойдем к цели. Молоточек. Золотая трость. Зашибись, будем тросью. Это он трость для понта носит. Ну и что это? Чемодан. Кэролайн, Аня, как слышите? Блажкович, прием, Блажкович. Сет, усилишь сигнал. Блажкович, слышишь меня? Докладывай. Ну? Я на Луне. Ну и выражение. С мылом под... Потом... Так, Блажкович... С мылом потом в рот вымыл. Твоя цель... Я для меня включу шифрование с командного модуля. Чтобы добраться до командного модуля, тебе нужно найти скафандр. Идти придется пешком, понял? Не на мотоцикле, прямо на поверхности Луны. Так точно. Я верю в тебя, Уильям. Уильям! Шмотки скинули фрица, чистые, новенькие, почищенные, с памперсом. Скафандры, чтобы попасть туда, лучше всего пройти через жилые отсеки. А потом прямо через лаборатории. А зачем мы его сняли? Это я вообще не понимаю. Ож. Да, пошли бы по-фрицевски и все нахрен. А че мы сдохли? Абимбакфрюрин, ты почему пан? Игип! Нажмите ху. Что такое? Вот игра приятная во всех направлениях, кабнец. Дохнешь, а там же я под... Ну, слушай, ну, другой уровень, другие люди. Ах, наш пропарило, кабдец. А нахера нам это рубить? О. Не, здоровье нам не нужно. А, подрубили, смотри. Ну и чё? Пойдем тогда туда, фрицев. Пойдем фрицев угощите. Поджарим, заправим. Не надо. Нам только в красную дыру. В принципе. Ходит, ходит, а? Козлы ходят. Куда это наш... Эквицин вверх... Он пошел. Вот отсюда и херачь.
куски разлетятся сейчас. В головку прицелься, нафиг. Чего? Ах ты берюк! Ах ты берюк немецкий! Блин, не дохни, тварь. Воздух. Кэмби-бак! Чего, космический штурмовик? Открытая новая... Кто? Открыт новый модуль. Ну где ты, гнида? Энерпу! Энерхрю! Да пойдем загасим его, похоже, на 120 здоровья, 43 брони, какой-то мудень там один в скафандре бегает, лунный, лунная походка, где ты, проклятая ведьма? Привет, лунатикам. Оружие, поменяй все. Вот и все, козел. Брони до хера, здоровье до хера, все в порядке. Открытуйте нам двери! Скафандр надо, что ли, взять? А, да-да-да-да-да. У него можешь взять скафандр. Заряды батареи, зашибись, мы взяли. Слушай, мы включи карту, как там, помнишь, ты говорил, мы включите пойти. А, мы? Ух ты, ёпта. Тогда в красную херню нам надо идти. Здесь нечего делать. Вон там пышку красную залазишь, пойдем там посмотрим. Но здесь больше нечего делать. Мне кажется, только один проход. Фриц, Гитлер, мы до тебя доберемся, если ты еще живой. А теперь, наверное, тут проход, да. Туда пойдем. Вот на сумму похоже. Ходить. Ой, это с... А, пилить. А мы зарядили херню сюда? Нет. Или да? А, нет. Может, пойдем зарядим? Или там, может, будет зарядки херню? Ну, давай, ломайся! О! Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг! Садятся. Нет, мы что-то взяли. Эй! Нет, он дальше не хочет идти. Чё за тупня-то, епту налево? Нет, он дальше не хочет. Он какую-то взял штуковину. В этой коробке еще. А что за штуковина? Такое ощущение, что нам надо в эту комнату пробраться. Вот в эту вот. Да. А вот это люк, не люк? Давай искать. Вот это вот зачем мы сделали, я не могу понять, что это такое было у нас. Вот здесь вот. Мы здесь какую-то цепь. Это рычаг что-то. А, может быть... Рычаг от чего? Может быть, вот здесь что-то открылось? Ну-ка, давай посмотрим. Почему там этот долбанный ящик стоит? Как нам туда пробраться? Только через эту траншею, туда вот нам надо. Где ящик? Может, что-то с ящиком надо взорвать его нахрен? Я не знаю, что делать вообще. Не фейси, не фейси! Он и так уже сидит. Так он не заходит туда, понимаешь? А он наверх может запрыгнуть? Проползись. Да как, смотри. Блин, ну и можно было проползти, да ёпта. Ну вот он не хочет туда. Хер, чё с я... Конвейер надо запустить, чтоб он поехал, а ящик поедет. А чё он не запустился-то? Может, на этом пути может? Нет, значит, нам надо туда выбраться. Вот здесь ничего нету, правильно? Значит, пойдем наверх. Может, мы что-то тут не замечаем, что-то, может быть, здесь есть. Значит, пошли в ту дверь обратно. Да ёб твою налево. Что за геморрой здесь? Ой, конвейер надо запустить. Тут мы вот их замочили. Может быть, где-то здесь проход будет? Почему они не едут? Открываться не отсюда. О, что это такое? Бить стекло, что ли? Нихера себе, че... Через стекло взяли что-то. Класс. Можешь разбить стекло? А это что за дверь? Вот, что-то бьется, смотри. О!
Зашибись, тебе жалюзи мешают. Зашибись. Люки, ё-моё, вон люки, мы их прожигаем с другой стороны, попадаем в эту комнату. А где? С другой стороны есть? Они есть, как думаешь? Железные. Там пробираемся вокруг через красный... А ты думаешь, они там были? А хер его знает. Мне кажется, они не там были. А это что за дверь? Да ё-моё, что вы нам здесь ловушку-то сделали? Пойдем попробуем прожечь, похер. Если они там есть вообще. Просто мне казалось, что их там вообще не было. Может, не заметили? Не здесь, не здесь. Обвернись. Вот здесь вот. Вот они. Ты ёб твою мать. Как все гениально. Да, спасибо. Меня похвалили. Или нет, у вас не хватит смелости меня похвалить! Нет, не хватит. Ну не надо! Жми на кнопочку и получишь результат! Где кнопочка? Ладно, Лёша молодец. Теперь... Ура! Вот сюда, а тут возьмем скафандры. Ух ты, нихера себе. Непонятная штука открылась. Знаешь, что? Оп. Нихера себе. Ревет. В головку. Тихо. Ух ты, нихера себе новочка. Может, присядем? Присядем, пойдем их бить. Ой, шлемчики! Охеренно. Ласка. О! Кто там? Убийцы с гикером! Покидаем. Педрила, стреляет! Возьми ты другое оружие! Пойдем куда-нибудь заныкаемся нахер. У нас брони ноль. Убегай-ка назад, пожалуйста. Гниль, бежал, паскуда! А где мы вообще? А, мы на Луне. Сейчас, тихо. Так, надо понять, где что, где, когда. Нет, так, нет. Тут их много, если честно. Давай, свою где тактику примей. У меня тактика фиговенькая. На броньки, пожалуйста. О, броня. Е-е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 , как Сириусы, ме! Ну теперь надо как-то стрелять их. Блин, что-то у нас новые рубасы. Нихера, пекали, то в тыкву попали. И письку попали. Ого, да, яйцо! Как ты хотел? Сейчас они сами ко мне прибегут. Нет, брони. Да дохни ты! А чего не дохнет? Ну что ты во все время попадает? Маску ты молодец, знаешь, куда бить? Защитники, где? Да что такое? Что ты берешь, ты какое-то дерьмо? Мы сейчас дохнем. 29 здоровья. 40. Блин, пойдем и бежим. Они скоты по кругу везде бегают. Надо у них что-то брать, получается. Хорошее оружие, только что-то кабдец ему сейчас закончится. Здоровье, сороковник. Ух ты, паскуда. Тревога, 36, 38. Да что у вас так много-то на Луне? Моя, прошла мою попытку номер 5! Расшифрование кода вы сможете открыть доступ к дополнительным режимам игры. Какие же там новые фрицы, что ли? Mein Wille ist Ihre richtige Uhr. Где мы? Так, что это за дерьмо?
Ну вот ты сейчас выйдешь, и там начнется. Что? Вот там броня лежит. Вот, Е4. И тут ты его можешь убить по-тихому. Можешь по-громкому. Чего там такое? Сейчас они к тебе все побегут на радостях. Как садиться? Славно главное место, где пасту подавить. Ёб твою! Напугал, до сих пор страшно, дайте мне прийти все. Напугал, честное слово, как дальше нравится? А продолжить? Жесть, я думал, что за клоп ползет. Страшно уже с этими играми, никогда ничего не боялся. Катька посадила меня на страх, и теперь паста в штанах. Пукаю, где попало страха. Йохан! Да, ты Йохан, я знаю. Что ты так орёшь? Смерть всегда прекрасна, дурак. Радуйся, что умер. Кто не хочет умирать, живет всю жизнь и мучается. Что там еще есть? Пойдём пособираем что. Паста есть? Можем кинуть кого-то. О, идет, стреляет. Тревога, нужно подкрепление. Да зашибись, какое просветление, ой, подкрепление. Сам ты... Еволь, гер-офицер, подкрепление в пути. О, к тебе сейчас подкрепление против тебя. Нам же их надо убить, правильно? Конечно. Всех надо убить, мы здесь одни. Запомни, нет союзников здесь. Всех. Или они нас убьют. Блин, уже баса нет. С одной пульки зашибись. Да кто стреляет? Башка ты твоя немецкая. Да ёб ты, наверное, что у вас так много-то? Козлы лунные. Лунные немцы уже на луне засели, паскуда. Места мало на земле, что козлы. Гитлер захватил землю, ему теперь луну понадобится. Вонючий Марс такой, Кай, перебирайся. Мало места, мало, паскуда. Скромный диктатор. Блин, брони нет, плохо. Тот, который там в воротах был, у него вроде броня была. Что это за дерьмо? Там какие-то пулеметы стояли, они могут из них тоже стрелять. Ох, что там лежит? Что это такое? Что это такое? О, прицел лазер Крафтверк. Так, прилепили. Ух ты, смотрите, у нас у Крафтверка теперь прицел будет. Где 7 здоровья? Так, у нас прицел, говоришь, да, ну-ка? Лазер Крафтверк. А как стрелять? Ну вот это, наверное, и есть такой типа прицел. Где мудак? А, он подох, его гранатка замочила. Вот здесь попадаешь гранатами, да, никак там? Стреляет. Очень хорошо так стреляет. Да блин, ну ёб твою. Что это дерьмо? Подох, урод, подох. О, броничка, 5 штук. Попал, кто-то втыкал. Да. Там еще вроде что-то было. Опух, что это здесь? А что у тебя там ничего, дырки нет, почему-то странно.
Где? Кто-то стреляет, тварь. Это мы обратно что-то лежали, не? Ну там броня, кстати, лежит. Блин, не понимаю, куда нам идти, вниз что ли? Эй, как ищ, сам ты как ищ? Ты дурак что ли? Ты чё, на блазку пошел? Сойти с ума, какой-то спика. Ой, нахер мне твои пикальки. Чё, мы на пикальки поменялишь? Не понял, где остальной уже бас? Здесь что такое, броня? Зашибись, mm-hmm. Сколько здесь всего нахер есть? Вот они где-то здесь сидят все. О, бармен. Мистер Бармена! А что это такое? Тайное место. А как нам карту? Мы посмотреть? Mm-hmm. Ой, ё-моё, как нам далеко-то? Куда нам тогда идти? Чё? И эту фигню подзаряжать можно? Mm-hmm. Так, нам сюда получается? А чё, мы не... Как нам пройти тогда? Может быть, всё-таки внизу что-то? А вон, смотри, ещё что-то лежит. Ну, пускай, да, лежит. Чё там такое, жижа какая-то, что Не могу понять, куда нам идти. Нам надо, наверное, найти какой-нибудь проход. Вот здесь пройти? Нам нужно пройти. Но он не проходит. Так, здесь что? Нет, здесь он не может добраться. Хорошо управляется, если честно, конечно. Mm. Это пушкарь. Ну что за тупня? Куда идти? Ну мы убили их всех, чё надо? Ну-ка, можно я попробую? Ты у нас подрался. Я попробую проход найти. Где эта заветная, вонючая, сраная немецкая кнопка? Кабдец, мудаки. Фрицы долбаные. Замаскировали лажу. Здесь сюда, наверное, да. Должен быть служебный тоннель, который идет от пожилых отсеков к лаборатории. Постарайся как-нибудь добраться. Высылаем вам подкрепление. Подохни так, подохни. До сохранения пойдем. Блин, какие прикольные каюты у них, да, вообще? Охрененные. Ой, гранатку кинули. Хер тебе. Ты быстро подох. Он прям лег такой. Полежу-ка я. Где гранатен? Гранатен. Вон. Давай быстрее бери, Блака. Где они? Вы получили... Ну что такое? Ну что ты не стреляешь-то? Сумка с гранатами. Блин, бред какой-то. Чего не стрелять-то, ёп? Иди нахер. Сраные патроны, вообще жесть какая-то. Чё их вообще нету-то? Ни черта нету! Тридцать здоровья. Да я сейчас вырубаю, чё за педрило-то? Где патроны сраные?
Я не то оружие беру, дебилоид! Бери! Чё, два выстрела и все, что ли? Идиот. Собирай. Восемь. Подохни тогда, чё? Жесть, ну что за порожняк-то, ёб твою налево. Придурок немецкий. Задолбали вы, фрицы поганые, что вы всё здесь шаритесь-то? О, что это такое? Всё нахер. Чё-нибудь подрежем, вырежем нахрен. Сохранить. Подписка на канал, супер, пока.